Здравствуйте, гости и друзья моего канала, с вами Марина и мой канал Марина Орхидеи. Сегодня понедельник, а это значит, что в садово-флористическом центре «Соцветия» очередной замечательный, огромный праздничный привоз орхидей. И он приурочен к Дню Святого Валентина, к 14 февраля. Орхидей приехало очень много, орхидеи очень красивые. Вот такие вот праздничные корзины встречают нас прямо на входе. Желтая, очень красивая мультифлора, белая, праздничная. Вот это мини-орхидеи. Маленькие букетики. Орхидеи сингала. Они идут сразу в кашпо. Цена 2670. А это мини-орхидеи. Орхидея Сара, орхидея Лиеки. Они растут в амхе. И они стоят 1195 рублей. Такой маленький, красивый букетик. Вот такие новинки приехали сегодня. Орхидея Притория. С ярким неоновым краем. Красотки. Очень разветвленные, замечательного качества орхидеи. Такая Black Stripes. Такая орхидея Daytripper. Несколько Pretty Romance, огромные, круглые листья, огромные цветы, чашечки, вот такой замечательный пилорик. Замечательные корни, как всегда. Шикарные орхидеи, белые, вне конкуренции. Огромные блюдца цветов. Это будет замечательный подарок. Цена на каждом растении своя. И надо посмотреть, сколько они стоят. Вот такая красавица Варшава. Столько бутонов. Огромные орхидеи. Крупные, красивые. Вот такая пестренькая орхидея. Замечательная. На два цветоноса. Вот эти яркие, Будапешты, Бухаресты, до того яркие. Вот эта замечательная, волнующая, до того красивая орхидея Precious. Она до сих пор еще стоит, ждет свою хозяйку. Прям несколько белых орхидей, но они до того трогательные, до того красивые, нежные. Орхидея Limelight. Прям неончик. Розовая. Красавица. Цветы сакуры. Выбор, как всегда, чудесный. Вот такой замечательный биглип. Вот такие очень яркие, красивые, фактурные орхидеи, замечательные. До того яркие. Привезли к нам Маурицию или Beautiful Smile. Посмотрите, какая она нежная, какая она белейшая орхидея. И вот он, Caribbean Dream, карибская мечта, карибский сон. На ней уже такие защипы, это особенности сорта. Она до того сочная, до того красивая. И как всегда, качество бесподобное. Вы посмотрите, какие корни. Все шейки чистые. Такая красавица Мирона. Такая светлая красавица Варшава. Листья огромные. Орхидеи высокие, Surf Song,
Мечта Архамана. Приезжайте, выбирайте орхидеи. Вот это вот, я понимаю, это Golden Jaguar. Очень красивая орхидея. У нее в центре белое пятно в колонке. И остался один единственный дикий кот. Он вас ждет. И цена у него 1450 рублей. Она осталась еще до поднятия цены. Сделайте себе подарок. Приедьте, заберите дикого кота. Он наверняка дожидается именно вас. Вот эти желтые, ну прям весенние мультифлоры. Огромные блюдца. И у нас там также появилась интрига. В соцветии есть интрига в оранжевом исполнении. Такие красавицы. И это еще не все, это еще только половина орхидей. Вы представляете, какие масштабы? Какие они молодцы, они позаботились о нас, они привезли в город радость и красоту. Такие переливы цвета, вот такого цвета темного бутоны, и такие же по цвету остаются сепалии. Вы представляете? А рядом стоит Феррара. Прям вот специально подобранные цвета. До того красиво. Такой Будапешт, Бухарест, Black Stripes. Очень красивое сочетание фиолетового и ярко-желтой губы. Такая красавица. Вот это больше похоже на сокровище императора. Еще один Бухарест, Будапешт. Сёрф-сонги привозят каждую неделю, и каждую неделю их раскупают. Корни всегда замечательные. Это просто праздник Архамана. Посмотрите, какие бутоны. Эта орхидея еще будет очень долго радовать вас дома. Она будет открываться и открываться. Это не то, что букет, который подарили, он завянет через несколько дней. Орхидея – это волшебный цветок. Такой Pretty Romance. Правильные раскраски. Все как надо. Цветы огромные. И вот эти две красавицы с замечательными корнями. Ну просто Мики Сакура, но только они такие огромные. Они каждые по 11-12 сантиметров цветы. До того красивые орхидеи, крупные. Замечательные. Поставщик отличный. Качество прекрасное. Вот такая мультифлора, набитая, красивая. Орхидейное дерево. 2120. И еще один Daytripper. Красавчик, тоже с такими ответвлениями. Посмотрите, какие корни. Они выпирают из горшка. И еще тоже обратите внимание на корни. Они в росте. Вот такие замечательные орхидеи. Они вот подраспустятся. И это тоже будет замечательное, очень красивое дерево. Дерево-мультифлорка. Посмотрите, какие цимбидиумы. К нам приехал айс-каскад. Настоящий, маленький, аккуратненький. Он на подвесах. У него цена 5525 рублей. И это еще не все. Вот такой красивый темно-розовый. На 4 цвета носа. Он еще долго будет распускаться, распускаться. И будет радовать свою хозяйку. Отличные цимбидиумы. С огромным потенциалом. И вот такой нежный фарфоровый. Все цветочки чистые, красивые. Три цвета носа. Цена 5860 рублей.
И еще один цимбиниум. Нежно-розовый. У него сейчас цветет один цветонос, но у него в запасе еще как минимум один цветонос, который распустится у вас дома. И он немножко подешевле. 3750 рублей. Вот такая красота. Приехала в город Барнаул, в магазин соцветия. Вот такие рыбки плавают в этом магазине. Такие карпы, замечательные калатеи. И вот она, звезда. Это царица. Это Ванда. Она на три цветоноса. Она с деткой. И детка цветет. Это волшебство. Она очень красивая. Она очень праздничная. Она чарующая. Это взрослая. Отличное растение. Цена у нее 6135 рублей. И посмотрите, какие корни. Ее повешали над прудиком, чтобы ей было комфортно. Вот такая замечательная царица. А также вас будет ждать оценка. Вот такой шикарный, красивый цимбидиум. Белые орхидеи. На них даже на горшках выбито название. Это Лондон. Посмотрите, какие корни. Лондон. Это они отцветают и дают такую зеленцу в цветочках. Состояние у растений идеальное. Здесь же стоит на оценке биглип. Приезжайте. Приезжайте в соцветие. Сегодня там появился праздник. Праздник для любого любителя орхидей. На всю эту группу орхидей предоставляется скидка 50% и даже на этот великолепный цимбидиум. С вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И всем пока-пока и до новых встреч, до новой красоты!